мы же собрали съехать на пляж, а вот в кафе, в котором мы кушали, уже пришли люди. Но для азиатов, мне кажется, другая еда. Подается немножко какие-то супы. А, видимо, нам они вообще повостеснялись предлагать. Как-то так. Началась движуха, уже 9 пораньше мы. Совсем пораньше не смогли выехать, как обычно. Ну, у нас весь день впереди, чтобы покупаться и съездить на смотровую, и все посмотреть, и вам показать. Оставайтесь с нами. И мы на острове Калан продолжаем. Да, и ты, котик и Тёма поехали, да? Надо сказать, что дети в бешеном, прибешеном восторге от этого отеля. И родители тоже. Я для своих вещей маленькую сумку не взял, чтобы здесь смотреть темницу. Правильно. Я хотела тебе предложить. Там фотоаппараты, всякие провода, эти камеры. Они вот едят все этот суп, который они нам постеснялись предложить азиатам, они предлагают. Я вообще на поделать этот суп. Правильно делать. Хорошо, что они предложили. Карина, моя зайка, с котиком со своим поедем. Байкерята, готовы? Да, байк. Байкеры. Байкеры. Это класс. Бандане. Да. Когда вырастешь, будешь байкером? Нет. Нет, правильно. Еще не придумал. Делать роботом. Робота будет делать? Да. Молодец. Помчали. Ready. Нам очень нравится вообще огонь так ездить, кататься. Мы уже в предвкушении нашей следующей поездки. И я думаю, что она как-то так будет происходить, наша новая страна, там все ездят на байке. Да ладно? Да. Серьезно? Да, у нас 12 тысяч подписчиков, а под видео 5-6 тысяч. Как ты думаешь, посчитай. А из них, да, там 60%, из них 60% без подписки. Поэтому не все смотрят каждый влог, не обольщайся. А вы смотрите каждый наш влог. Давайте произведем перепись, отметимся присутствующих. Мы, конечно, точно знаем тех, кто пишет нас каждый раз, комментарии поддерживают, здороваются. И мы вас помним, любим. Обязательно подпишитесь те, кто не подписывается. Нам крайне важно увидеть вас в наших подписчиках. Надо еще подписаться на канал Даришки. Надо еще подписаться на канал Мечталки, на канал Артемия. И тогда вы будете заняты весь день напролет. Так, это рынок, где мы вчера кушали. Оказывается, там можно и позавтракать. Но попозже, только открываются. Вообще местные жители, я с утра в 6 вышла из дома, они уже на ногах, вон, кашляют, чихают. Подтверждение пришло. Они уже вовсю готовят, убирают, они вот, а вечером к тайцам бесполезно обращаться, они такие уже сонные. Да. Они живут в правильных биоритмах, в гармонии с восходом и заходом солнца, в общем так. Повезли на пляже людей, а может и нет, может туда местные. Ой, осторожно, папа, не вешу. Сама
Мумбаи Бич, что мы вчера заезжали, нам понравился не очень. Мы хотим более какое-то тихое местечко выбрать. Нет, куда мы и поедем? Домой подъем. Да, очень опасные подъемы здесь. Про это не говорим, что ли. Какой цвет моря! Мне кажется, утром он еще ярче, нет? Ой, какой кайф! Бич. Так, вот там парковочка. Уже дух привез людей на пляж на этот Йен, и мы тоже идем. А нужно поставить нам байк только на парковочку. Да, Дариш? И по тому вот мостику топ-топ-топ-топ и дошли вот туда. Подъехали? Да. Медленно. Медленно. Да, здесь такая свалочка. Пойдем туда на белый пляж. Тоже живописная бухточка, но если бы мусор убрали, было бы прям прикольно. Но тут такая труба, водопровод, видимо, и свет, или что, трубы идут сюда, к пляжу. Ну что, пойдемте купаться? Придется поставить звук. Вау! Мостик здесь разрушенный, нужно внимательно идти. Но цвет воды, какие живописные пейзажи. А вот старый мостик уже рухнул. А, видимо, обрушились вот камни эти. Папа тянет туда Тёму. Как же тут красиво! Смотри, рыбки плавают, Дарусь. Прозрачная водичка. Она так манит нас купаться. Смотрите, здесь можно сразу расположиться под зонтиками, в принципе, никого нет около мостика, но я увидела, что дальше есть под растительностью, а растительность нам больше нравится, потому что тень оттуда точно не уйдет. Смотри, прям все в густой растительности, пойдем туда. Тут очень круто. Короче, смотри, какой вид. Ты лежишь под вот таким вот деревом, тенечки, смотришь на море с кустиками. Супер. Это вот прям огонь. Слушайте, оказывается, за Баку нереальной красоты не надо ехать на фиг знает какие острова. А ты всем, вот, Калан, помойка, та-та-та. Каюсь. Не повезло один раз. Скажи, официально, обыкновенная мечта. Обыкновенная мечта. Выражает. Скорбь. Выражает. Выражает. Свои извинения. Прошу прощения, Калан, товарищ. Товарищу Каляну. Ладно, ладно, классный Калан. Вообще, даже мусора нет. Ну расскажи, расскажи, я поздно к вам присоединился. Смотри, смотри. О, слушай, тебя запозорила, Тайка, ты сама в носках. Пятки сколько стоят?
Одинаково. Одинаково. 300 бат массаж, да. И 300 бат маникюр. Одинаково 300. А все вместе? Да. А все вместе, да. С педикюром? Маникюр 300, пятки 300, массаж 300. Маникюр 300, пятки 300, да, и массаж 300. Да. Все по 300. Хорошо, хорошо. Все, фикс прайс, короче, у вас. Фикс прайс. Окей, окей, тип-тип, окей. Все, вот такие дела. Так, балдежники. Товарищи балдежники. Переодеваемся. Эй. С таким пейзажем купаться не надо. Все, отдай ей кота. Ну что, дорогая, собралась купаться? Давай мама переоденется. Дарина, ты совсем не боишься? Веселые волны. Тёмка там рыбы ищет. Рыбок много-много плавает, вот целые стайки под водой. А мы с Даринкой просто болтаемся. Ну что, кого? Видел кого-нибудь? Червяки. Какие червяки? Ну, рыбы любят есть. Я хочу поймать. Ты хочешь червя наловить и рыбу ловить? Нет, я хочу приманить рыб. Приманить рыб, червякам. Ну где же мы найдем червяков? Ну как не поймать рыб? Вон, целую лодку привезли туристов. Сейчас здесь будет людненько. Я говорю, фотки видела, наша подруга Нина, ездили с Самуи, с острова Самуи, на Панган. И делали там фотосессию, наслаждались видами. И у нее вот один в один цвет воды и цвет песочка, вот такие пейзажи, и они в восторге. Я думаю, мы по приезду сравним фоточки, пообсудим с ней. Они просто, ребята, эти не были в Паттайе, не отдыхали, ну так же, как и мы на Самуи. И вот делимся впечатлениями. А вы были на Пангане? Насколько отличается пейзаж там от вот, вот такого пейзажа? Каляна. Каляна. Так, так и говори. Каляна. Панган и Каляна. Так сидишь, отдыхаешь, отдыхаешь, а там такой раз на фоне кораблик плывет. Смотри, ты видел какой? Кажется, утренняя безлюдность и эйфория подошла к концу. Огромное количество лодок привозят туристы. Все пытаются перед тобой плыть, ехать, все. Идеально утренняя картинка заканчивается часиков 10. Вот до этого времени нужно здесь и быть. Реально казалось таким райским уединенным местечком рано утром. Ну как не рано, не так уж рано, в 9 мы вышли из дома, не в 10, но вот сейчас уже становится тесно. Ну где-то ближе к 10 мы приехали, еще было нормально. В принципе, как я говорила, надо в 7 утра и до 10 оптимально вот здесь проводить время. Потому что начался сильно уже запах бензина, вот что не нравится здесь. Очень слишком много подвозят туристов. Такие большие, которых мы на манке видели, которые желтенькие, их тут нет. Но они же всегда около камней. Мы на песочке. Хотя нет, мы купались там тоже не около камней, они были. Мне кажется, лодки все равно еще распугали. Много, много моторов. Ну как ни крути, здесь круто. Да, помню, что говорила про пляж танцующей девушки, что меньше геморроя добраться и лучше. Но нет, 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 беру свои слова обратно. На Калане, безусловно, классно. Ну вот, конечно, лучше, если особенно как мы, с обременением с детьми, съездить на несколько дней и накупаться, чтобы не ездить каждый день туда-обратно. Мама!
Жилье здесь разное, не только такое, как мы сняли. Есть от 600 бат, я видела, за сутки. В принципе, комнаты переночевать можно, где найти. Ну что, время обеда, и мы собираемся потихоньку домой, 12. Но хотели еще посмотреть предварительно, что тут за цены. Ну, мороженое я уже посмотрела, 80-90 бат. Ну, если по пляжу, то, которое обычно, ну, 20-30, максимум 40 в Севане. И на других пляжах в Паттайе. Так, а что тут в кафе? Так, суп можно заварить такой за 30 бат, но... На самом деле они продаются в Севане, можно даже взять с собой, Севан тут прямо очень близко. Шейк? Okay. 50 бат стоит шейки. А вот меню. Меню? Yeah. О, да, посмотрим. Так. Картошка фри и курица. Какая-то жареная 200 бат. Просто картошка фри. Okay. Пожалуйста. Вот у меня зрители еще появились. 150 бат. Это дорого или дешево, как вы считаете? Нормально. 150 бат спринг-роллы жареные. Это креветки в кляре. 150-300. Чипсы какие-то? Крил чипс. 60 бат. Кальмары. Кальмары тоже фри. Дипфрайд. 200 бат. Ну, короче, нормально, наверное. Так. What is it? Микс. Микс. Паттайя микс. Полар микс. Ну, такой вот микс. Не знаю, вот это, наверное, порк. Yeah. Хорошо. Большое хорошо. Окей. 120 бат. Так, дальше что у нас? Вот я вчера кушала за 100 бат на рынке тут. Я не чоко форкаю, а ты без не. Ты да. Это в Орегу. Так, миди 150 бат. Повторись, у нас тут много теперь. На самом деле меню лежат вот. Вот они, да, но все хотят его смотреть со мной. Но с нами же веселее, правда? Вот. Не, можете и с нами смотреть. Просто мы долго. 400-500 бат. Это какая-то рыбка. Рыбка. Тоже рыбка. Вот. Много. Тоже рыба. Кто это? Тоже соусом. Ну, непонятно. Рыбка соус. Все правильно. Кто это? Салат. Салат сифуд. Сам там. Октопус. Ага. Это из папайи. Октопус. Это что такое? Не кальмары? А, креветки, кальмары. Ну, короче, сифуд. Сифуд и папайя. Папайя? Угу. Грин. Папайя, это тоже, это сам там, ну, салаты. Салаты. Ну, короче, 100 бат, если на улице он обычно, ну, без сифуд, конечно, 60 где-то будет сифуд. А little spicy? Спайси там по вкусу. Спайси можно просить разные. В общем, меню очень большое, на самом деле. Вот с нудлс со стеклянной лапшой креветочки. А цены нет. На этом цены закончились. А это сырые креветки. Я их когда-то хотела купить съесть. Оказалось, что они их не готовят. Прям так и кушают. Том-ям. Том-ям большой. Я видела, там целый такой большой тазик приносили. А, маленький 150, наверное, большой 300. И том-ха. Клер суп. Да? Тоже суп. Не знаю, похоже на кокосовое молоко. Тоже порк с овощем, но это мы не едим. Омлет? Омлет. Чикен, нудли.
Yes. Да, чикен нудл, супчики, короче говоря. Супы по 80. Порк. Возьми чертиш. Окей. Это рис, рис в ананасе и с добавлением чего это. Ну, тоже нормально. Это омлет, да? Омлет? Микс. Шрим, паст. Короче, разные всякие непонятные штуки и рис. Паттай. 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 Awesome. Мы любим паттай, но 150 it's very expensive. Yeah. Yeah. Вот, согласна, что это очень дорого. Но, в общем, очень большое. Еще тут много-много-много-много всего. Вот, шейки, любой шейк за 50. Вот такое меню. You are restaurant manager. Yes. I found it. Thank you. Thank you. До свидания. До свидания. Всего доброго. Вот так мы с нашими новыми друзьями, которые подошли ко мне на изучение меню, посмотрели цены. Перекусить, в принципе, можно, но... Там, где мы ужинали вчера, все в 2-3 раза дешевле, то же самое можно купить. Мы покидаем пляж Тиен для того, чтобы покушать и поспать. А после этого показать другой пляж. Да, и обязательно покупаться. Сейчас первая партия утренняя вся уезжает. Дневные любители потихоньку прибывают. Но, кстати, сейчас обеденное время, видимо, более пустое будет пространство. Но мы подождем вечерка. Вечерком купаться. Может, даже закат где-то встретим. На самом деле непонятно, зачем люди с подстилками прутся вон туда. О, огонь, место. И камешки есть, где можно рыбок посмотреть. Да, и рыбок есть. И никому ты не мешаешь, и все хорошо. Да, здесь прикольно, кстати, возле камешков. На камешках.